Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у нас 50-50 с композицией Cupid. Надеюсь, прочитал правильно, если нет, да наплевать. Какая разница? London is the capital of the Great Britain. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментарии, колокольчики, мы начинаем. Очень странно записанный вокал. Вокал, то есть голос звучит хорошо, я про то, как записано. Он записан вот так близко, очень большой эффект близости. Я не знаю, зачем так сделано, ведь он звучит слишком объемно и скругленно. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Вот, короче, что-то в таком духе. Возможно, сейчас я вам напердел в уши, извините за такие выражения. Ну, может, слишком звук будет перегруженный. Но суть вы уловили, что очень близкий голос, и он прям с утрированным эффектом близости, хотя вроде пока я не вижу необходимости в этом. Cupid. Ну, я думал, Cupid все-таки, но Cupid, окей. Но это вот единственный вопрос к тому, как обработан звук. Почему вокал такой круглый, и он как бы над всей композицией, как будто его записали, включили минус, включили вокал, поставили между ними где-то микрофон, и потом все так вот записывали вместе, вместо того, чтобы склеить дорожки. То есть это... Я не знаю, почему такая художественная задумка. Если кто-то знает, расскажите. Может, сейчас в конце звук раскроется, там изменится, но... Я бы сделал его, наоборот, более ярким, не таким бубнящим, и немножко бы к песне склеил, потому что они звучат отдельно, на мой взгляд. Вся остальная аранжировка звучит здорово, то есть там есть и яркие синты, и перкуссии, и барабаны плотненькие, и бас, но вокал, вот именно как он записан, все портит. Я не знаю, в чем-то дело, может быть, это брак, который невозможно было исправить, может быть, это я в уши сношаюсь, и на самом деле я уже просто оглох за время этих реакций, ничего не понимаю, но... Честно, вот впервые... За последнее время, точнее, давно такого не было, и вот опять, чтобы такой бубнящий голос попадался, ну, такой, может быть, пару лет назад был. Я не знаю, зачем они так его записали. Серьезно, просто, вот есть, типа, правило, вот так вот делаешь от микрофона, все, это идеальное расстояние, вот. Вот такой жест, как серферы показывают. Все. И тогда не будет эффекта близости чудовищного, но и звук плоским не будет, и комнату ловить сильно. И дальше там уже балансируется, ближе, дальше. Странно. Я даже подумал сейчас. Да, это, короче, обзор будет посвящен тому, почему они записали так вокал. Я пытаюсь додумать. Вроде бы голоса звучат хорошо, то есть, ну, насколько я могу это услышать через бубнёж этот. Может, опять же, очень нежный тонкий слух, поэтому вы это можете не услышать. Но зачем? Почему? Они же поют нормально, там нет какого-то вхлама в татюна, когда... Какой бы такой звук был бы? Нет, все звучит хорошо. То есть они и рэп читают, и поют, и... То есть это даже не маскировка чего-то, тут скрывать нечего. Зачем? Почему?
Короче, сама композиция за вычетом записи вокала мне понравилась. То есть я смог расслышать аранжировку, но, опять же, вокал... Я не знаю, опять же, может, я отвык, может, так человеческий голос и должен звучать, а меня избаловали все вот эти треки, где все ярко так, типа, перегружено, но... Ну, просто оно не клеится с минусом. Так, в таком духе записанный вокал, именно с таким частотным балансом и близостью, он не клеится с этой композицией никак. Ну, хоть убейте, можете выгрузить фуру дизлайков, мне наплевать, я говорю свое мнение. И оно заключается в том, что вокал здесь записали для данной композиции каким-то неправильным способом. Нужно было попросить девочек отойти от микрофона, или потом частоты как-то хотя бы попытаться перебалансировать. Уже даже есть искусственный интеллект, к некоторым микрофонам прилагается там программа, которая позволяет эффект близости искусственно делать и отдалять. Ну, не знаю зачем, почему, как, но... Я потом еще послушаю эту песню на стримингах, может быть, она там лучше звучит на YouTube, может, такую версию загрузили, может быть, у меня уже слишком старая версия этого клипа, когда я смотрю, надо обновить страницу, и она будет новой. Не знаю, но надеюсь, я тут никого не оскорбил, не обидел, потому что до этого 50-50 я слушал на канале, по-моему, один раз точно, и все было там достаточно приятно и хорошо. Может быть, они не были я не был целевой аудиторией для них, целевой аудиторией, но... Ну, странно, в общем, странно. Зачем? Такие же возможности есть для записи. Ну, бери парк микрофонов любой и записывай. Ну, жаль. Я думаю, если бы они вокал сделали так, как я вот считал нужным, не именно я, но как оно, вот, мне кажется, вот лучше могло быть, то есть отодвинуть, немножко перебалансировать частоты, потому что голоса у девушки высокие, добавить чуть яркости, убрать бубнеж, и получилось бы просто конфетка. А так немножко впечатление... Замылено, так же, как вокал. Но спасибо, что не замыленные, мои дорогие бустеры. Спасибо за то, что продолжаете поддерживать. Спасибо за то, что вы не бубните и не подходите к микрофону слишком близко, а записывайтесь ровно так, как надо. Дополнительное спасибо тем, кто, конечно же, кидал и продолжает, надеюсь, кидать на сборку ПК новые донаты мамы для учебы, для работы, чтобы видосов было больше на каналах всех. Что еще? Вот тут самореклама, милости прошу, вступайте, там этот, как его, дополнительный контент, ранний доступ, в общем, вы все знаете. Ну, кто не знает, тот может ознакомиться. Там даже есть бесплатные демо-версии постов, там выпуски некоторые пробные, в общем, разберетесь. Также MP-ревью с кей-поп новостями, MP-лайв со стримами, телеграм-канал, КХП-локация. С вами по-прежнему Максим. По-прежнему не говорю в микрофон вот так. До новых встреч, пока!